И вот, наверное, так я лет 5 прожила в каком-то таком режиме, что там, не важно, какой материал, вот важно, что деньги, как бы, и так далее, и так далее. Вы знаете, я пришла к такому внутреннему разрушению. Это совершенно неутешительно, когда ты зарабатываешь деньги. И когда ты делаешь то, что ты не хочешь. И я в какую-то секунду сказала себе, что... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».